Сегодня в регионе достаточно запасов социально значимых продовольственных товаров. По словам ответственных специалистов, общее количество запасов в области 10 268,6 тонн. В стабфонде 2314,3 тонны товаров. Тем не менее, цены на продукты растут. В чем причина роста цен, узнайте далее. Для начала обратимся к официальным данным. К товарам социального значения относятся 19 видов продуктов питания. Ответственные лица говорят, что цена на них находится под контролем. Какие цены сейчас на эти продукты? Рис – 1 килограмм 388 тенге. Мука пшеничная первого сорта – килограмм 203 тенге. Крупа гречневая – 338 тенге. Хлеб из пшеничной муки первого сорта – 165 тенге. Макаронные изделия за килограмм – 289 тенге. Говядина килограмм 2275 тенге. Куриное мясо килограмм 1110 тенге. Кефир 2,5% жирности, литр 350 тенге. Творог 1 килограмм 1775 тенге. Куриные яйца десяток 430 тенге. Сливочное масло килограмм 3504 тенге. Подсолнечное масло литр 750 тенге. Капуста килограмм 162 тенге. Лук килограмм 110 тенге. Морковь килограмм 166 тенге. Картофель килограмм 155 тенге. Сахар килограмм 401 тенге. Соль 65 тенге за килограмм. Инфляция по социально значимым товарам составляет 3,9% с начала года. На этой неделе она составила 0,1%. Сейчас в регионе проходит уборочная кампания. После ее завершения пройдет распределение овощей по складам. К социально значимым продовольственным товарам относятся всего 19 видов продуктов. Поэтому цены на тысячи других товаров регулируются рынком. Все дорожает. На 5000 тенге сейчас купишь только молоко, хлеб и кефир. Закрываем банки на зиму. Чтобы купить необходимые продукты, много денег уходит. Помидоры, перцы подорожали. Цена у них просто космическая. В магазинах одного города не должно быть слишком большой разницы в ценах. Однако с начала года было проведено 72 заседания комиссии по проверке и государственному контролю посреднических схем. Всего выявлено 45 нарушений. Иларя Вавлиди, Ермек Иншимбек, Айхан Акпарат.